Как твой дебют? Как тебе понравилось, не понравилось? Оцени. Да, я думаю, что все довольны, потому что выиграли, и вратарь на 0 отыграл, поэтому тренер сказал перед игрой, что нужно выполнять систему и блокировать броски, что мы и старались сделать, поэтому в любом случае все довольны победе. Насколько тяжело вот так вот быстро вливаться в новый коллектив? То есть там вчера играл за сборную, прилетел и в Челябинск, потом тут же перелет в другой город и тут же на лед. Да, ну да, наверное, физическое состояние не самое лучшее, потому что еще долгая дорога получилась. Там сначала в Челябинск всю ночь летели, там переносили самолет там, на 7 часов. Вот, поэтому нужно чуть-чуть тянуться, но, в принципе, я думаю, что когда побеждает команда, всегда легче втягиваться, и у всех хорошее настроение, поэтому думаю, что все нормально будет. А что касаемо стиля команды, знал вообще что-то, успел, как команда играет, что-то для тебя сюрпризом, не сюрпризом? Да нет, наверное, никаких сюрпризов, потому что все тренеры подошли, все объяснили, и, в принципе, не так уж сложно понять. Нужно немножко привыкнуть в каких-то моментах, а так, в принципе, все нормально. А в целом, как по игре сегодня? Есть какие-то твои особые впечатления? Может быть, что-то заметил? Ну, я думаю, что начало у нас было такое немножко вялое, но потом вовремя вратарь нас подтащил, вовремя забили и дотерпели. Я думаю, что это, наверное, такой стиль, наш стиль – выигрывать против сильных команд таким образом, потому что за счет самоотдачи, за счет блокированных бросков и забивать вовремя, поэтому я думаю, что если будем так же продолжать, все будет хорошо. Ты первую игру с Челябинском на этом выезде наблюдал. А вот видел, ну, в чем была главная проблема команды, может быть, подметил, почему проиграли? Да, я даже не знаю, но тренер сказал, что мало бросков блокировали, и, может быть, там немножко неудачи, потому что там то штанга, то еще что-то, а у них, наоборот, повезло, и я думаю, что это так нас немножко зарядило, и три подряд проиграли до этого, поэтому нужно было сегодня выиграть в любом случае. Что сегодня изменили в итоге? Я думаю, что все видели очень много блокированных бросков было в первую очередь, и самоотдача была, я считаю, что на самом высоком уровне, никто не хотел уступать, но видели, что много стычек было, и я думаю, что это такая хорошая игра уровня плей-офф была. А ты знаешь вообще об истории противостояния Сибири с автомобилистом? Если честно, нет. Ну, это практически как дерби. С «Авангардом» считается сибирская, а здесь просто вот такое все время. Мы очень много игр вместе играем. Ты в плей-офф, так что такое особые игры. Вовремя я попал, значит, да, сразу проверку боем. Да, и хорошо, что выиграли. В любом случае, это самое приятное, что выиграли.